Итого, сегодняшники, мы продолжаем рейдить игру под названием Dark Souls 2. Окей, мы с вами, как я помню, в прошлой серии открыли последнее место. Это замок Дранглика. И полетели туда. Среднее лечение. Следующая степень лечения — восстанавливающее здоровье. Так, здесь, короче, будет дохера рыцарей, как я понимаю. Поэтому в тот же момент я понимаю, что нам лучше вообще не спешить. Ну блин, ну я понимаю, что они будут на меня нападать, потому что они... Предъявите символ короля. У меня его еще нету. Я не знаю, где его вообще взять. На максимале. Место. О, тут кто? А тут уже с копьем. Слушайте, по три удара по врагу. Да ладно. О, это плохо. Но он на меня пока что не нападает, значит, пока что все нормально. Щит Левелина. Маленький щит, изготовленный из гистали. Шедевр великого кузнеца Левелина, который он взял с собой, отправившийся из мира в Дранглик. Но я помню, как с тобой сражаться. Поэтому проблем не должно быть. Шлем руин. Такие поножи носили аланские рыцари. Связи между аланскими рыцарями, служившими старому железному королю, было крепче стали. Но в итоге все рыцари поглотил огонь, уничтожив замок. Давайте флягу. Копье мне дали даже. Нихера себе. Копье каменного солдата. Копье каменного солдата из замка. Сэр Вальдер раздел всегда был возле короля и ушел вместе с ним. Рыцари, состоящие у него на службе, терпеливо ждали его возвращения, пока не превратились в камень. Давайте тогда по кругу, я думаю, открывать, да, все двери. Thank you.
И ты решил сразу открыть следующие врата, да? Меч. А вот это вот плохо, то что я сюда упал. Длинный меч, обычный прямой меч, ясно. Что там за сет фараса мне дали? Фарама. Такие шлемы носили львиные рыцари Фараса. Могучие львиные рыцари поклонялись богу войны Фараму. Носили тяжелые доспехи и внушали всем страх своих мастерством в общении с двумя мечами, но их история обрывается после нападения Фароса. Такие доспехи носили львиные рыцари, так и могучие львиные рыцари, поклоняя богу войны Фаросу носили та-та-та-та-та-та-та. Так, херовый доспех. Ну, он получше, но, блин, у меня перевес будет. Надо будет этот, блин, прокачать, наверное, все-таки, чтобы перевеса не было. Так, о чем мне? Тогда, получается, придется бабочку зажигать. Потому что рисковать с этими... Даже так. Юная нежить. Да не тяготит еще проклятие. Второй раз мы встречались. Возможно, ты еще не знал истинную тьму. Юная нежить, если ты действительно стремишься к тьме, мы обязательно встретимся снова. Быть может, мы еще встретимся где-то и когда-то. Вопрос, что это за печать? Второй момент, как мне отсюда выбраться? Как я понимаю, уже никак, да? Как говорится, прикольно происходит. Отстаньте. И он заново, эти рыцари? Серьезно? Типа нормально? То, что теперь мне придется заново с этими драться. Мне больше тот нагнетает. Thank you.
Как мне теперь так сделать безопасно? Так, теперь, чел, иди ты сюда. Мне, как я понял, нужно тебе около врат убить. А, даже так. Мне все равно, я фляги все потрачу. Ясно. Ясно, ясно, ясно. Сюда, чел. Пиздец. Там еще один. Я просто понимаю, что я могу пойти туда. Но на меня нападет еще втихаря этот. Бац. Все, отхил пошел. Окей, дальше. Поехали. Хорошо.
Будем делать все по очереди. Сначала с тобой. Так, я понял, там еще один воскрес. Так, отлично. Так, теперь тебя надо. Хоть их этих врат убить. Стамина у меня хватает. Ой-ой-ой, вот это вот плохо сейчас. Подожжешь челика? Подожжешь. Ты подожжешь щелика. Ух, странное место. Кольцо солдата короля. Так, вещи, колечки. Увеличит максимальную нагрузку. Хорошо. Меч Мастодонта. Оружие, подождите. Меч Мастодонта, двуручный меч, первый рыцарь, защищающий замок Дранглика. Могучие звероподобные первые рыцари в бою играющие размахивают такими мечами, но для обычных воинов даже просто удержать этот невероятно тяжелый клинок непосильная задача. Говорят, что в тайном особняке Дранглика проводились ужасные эксперименты, а стоял за ними никто известный под именем Лорд Алди. Так, у нас... Плохое предчувствие, ладно. Ну типа статуя, ну не может просто так стоять. Давай, оживай.
замороженный цветок. Опа, опа, опа. А это, если не ошибаюсь, последний ключ к DLC. Каменное украшение в виде цветка. Это настолько холодное, что может унять даже самый страшный жар. Открывает новый вход в храм Зимы, который находится по дороге к Великому замку. No bad. Можешь мне тебя атаковать? Душа героя старали. И заметьте, что я не могу ветвью использовать. Ну, я вижу, что он хороший воин. Пиздец, какой хороший. Ладно, это бочки без пороха. Окей. Ух ты ж, ё-моё. Я не понимаю, откуда по мне палят этим, этой херней. Во-первых, я не могу понять. Опасное место. Понятно. Какое-то зеркало. Плохое у меня предчувствие насчет вот этого.
меня плохое вообще предчувствие, потому что если я сдохну, хер знает куда бежать. Чертовы маски, меня не обдуришь. Давайте, скажите, что это все ради факелов. Факела одного. Я не понимаю, что это за вода там выливается. Одна фляга у меня осталась. А, нихера себе. Ты мне яду накинул. Ладно, я понял. Потрачу сколько надо кристаллов, но пройду эту херь. Да, только мне, конечно, жалко свою эту, свой меч. По-любому что-то мне должно уронить вниз. Кто-то или кто-то. Манать. Давай, по очереди. Картина прикольная на самом деле. Большая стрела огненная. Факел. Бля. Давай. Так, надо рыцаря отсюда выгнать, во-первых. Сорян, мне пришлось это юзать. Ну блин, ядовитая вот эта херня.
Она мне еще хуже делает. Так, а что у меня против отравления? Что-то есть, надеюсь? Походу я все брал. Полностью вылечивает. Стамину поднимает. Изгонять нежить святой водой. Да уж. Найс. Сложная, сложная локация. Ничего не скажу. Сюда дуй. Давай, 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 иди сюда. Надоел. Пониже. Молодец, если он сюда придет, я херею. Если он через шипытей пройдет. Идет, ни хера себе. Он живой, прикиньте. А он в натуре сюда упал. Нихера себе. Я думал, мне послышалось. Он в натуре ко мне упал. Прошу, костер дайте. Ты блестяще сражался в своем странстве, проклятая нежить. Я Нашадра, королева Дранглика. Истинный монарх несет на себе груз всех их душ. Последний правителем этой земли был король Вендрик. Да, так его звали. Он нашел в себе силу отправить народ, а когда на свет явился проклятая нежить, он нашел силы им противостоять. Но в итоге истинный трон он так и никогда не занял. Не вести Вендрика. Навести Вендрика. Сразу два правителя нам не нужны. Можешь меня убить.
Колизей. Да, 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 да. Я именно сейчас пойду, когда костра ничего нету. Я пойду на босса. Если уже на то пошло, давайте. Делаем так. Призвать тени. Есть ли тут призывы? Давайте попробуем. Ну, типа снова, я ничего не обещаю. Значит, вещи. Использовать. Вещи. На всякий случай колокольчик. А, даже так. Опа. Манать. А, так, драконий всадник второй, он намного слабее. Чел, благодарю тебя за помощь. Натуре, вот это мне нужно было. Помощь очень сильно. Я сам бы сюда не дошел. Плюс я костер нигде по пути не видел. Плюс без хилок. Ну, хорошо, что я эти хотя бы закупаюсь. Фу, бля. Душа. Где моя душа? Душа, душа драконьего всадника. Душа драконьего всадника. Верно служившего королю Вендрику. Давным-давно драконьи всадники на своих ящерах наводили ужас на врагов маневрировой и прочной... Так. Маневренностью и прочной броней. Использовав душу драконьего всадника, можно получить множество душ или создать, наверное... Ну, короче, ценный предмет. Тактика против этого босса. Он делает 3 удара, но самое лучшее это атаковать сначала этого здоровяка, снести ему пол хп, когда тот спрыгнет, нанести ему, ну, ударов 6-8, и он отлетает от нас. Ух, найс. Можно отдохнуть. Да, это опасно. Затея была. Давайте перегруз тогда прокачаем. Тогда буду более такую мощную броню одевать, чтобы не было перегруза. Новый уровень. Так, мне нужно этих купить. Малатина меня, наверное, рада встречать постоянно. Так, теперь мне нужно... Стрелы. А, я у тебя все стрелы скупил? Неплохо.
Блин, нужно было магию купить. Что-то я не подумал. Так, а с луками я что-то там так и не понял, да? Ладно, давайте, думаю, на этом с вами закончу. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.